Меня зовут Кулинич Александр. Я учусь на третьей ступени. Это не был осознанный выбор. Ну, я был в глубоком кризисе, и так получилось, что мой терапевт был гештальт-терапевт. Я был сильно несчастлив, вот прям на всю голову. Было очень больно. Тогда я этого еще не понимал, но очень хотелось от этого избавиться. Кризис такой был, нормальный кризис, как у всех 30-летних людей. Все изменилось. Я развелся, продал бизнес, начал зарабатывать раз в 30, наверное, больше. Вот, я... Так все, круг знакомств поменялся, все поменялось, новая жизнь. Не, было так больно, что не до сомнений было. Я сильно внутренне изменился. Я не знаю, как это по-другому. Изменился. Я был задротом, а стал не задротом. Вот, как-то так.